Так, пока я тут занимаюсь пчелами, жду вечера, чтобы переселить рой, который в ловушку сел. Смотрите это видео на лайв-канале. Я хочу измерить расстояние до воды и расстояние воды. Такой длинной рулетки у меня нет, у меня всего лишь с собой трехметровая. Ну, я сейчас померю шнуром. 95%, что я буду ставить, ну, насос глубинный, но может быть, сейчас посчитаем, может быть и не глубинный. Так. Сколько до воды сейчас? Просто мерю до зеркала в метрах. Значит, глубина колодца у меня получается, если померить, 6,5 метров, 2,5 метра воды. Отнимаем 2 метра, то есть 4,5. 50 метров это 5, уже 9. Как бы у меня пограничная ситуация. Можно поставить насосную станцию в доме, в подвале, типа гидрофора, а можно поставить насос в колодец. Я вот в раздумье, но скорее всего будет правильнее поставить в колодец насос, по той причине, что это будет тихо, то есть мы не будем слышать жужжание насоса у себя в доме, просто будет вода. Это будет очень, так скажем, кстати. Поэтому сюда будем ставить насос. Вот я себе и померил, что хотел. Копаю сегодня. Здесь ревизию завожу, чтобы вот это все не сыпалось. По чуть-чуть вот туда закину. Устройство это колодца необходимо здесь, потому что бухты 100 метров не хватает. Ну, то есть там не хватило. Ну, естественно, где-то надо было соединяться. Либо 200 метров покупать. Ну, 200 метров это много. 200 метров мне не надо. Вот. Пришлось 100 метров и по 25 метров еще докупить. Мне надо вот дорыть здесь аккуратно. Здесь будет соединяться, розеточку поставим. Лишняя не будет здесь. Дополнительная розетка. Мало ли что надо будет. Кольца эти бэушные тут стояли, их надо будет долить, залепить все. Короче, поиграться надо будет. Так, 2 кольца 150 рублей плюс крышка 70. Ну а так будет бесплатно, только что время потратим. Ну что, отпиливаю. Вот эту трубу, которую я докупал, 25 метров, она толщина у нее стенки 2 миллиметра. Которую я покупал 100 метров, там 2,4. Они очень ощущаются все по-разному. То ли дело вот это, которое толстая. Не зря я купил ее. Она дороже стоила, но
ну что, это тоже отпилил. Хорошо. Все, сейчас замотаю эти концы, чтобы сюда ничего не попадало. Эту за траншею закопаю. Ну а тут останется. Надо будет сюда сделать трубу. Вот. И тоже буду потом низ весь бетонировать. Говорил, надо было этот тут пилить сверху сначала. Ну-ка, иди подержи. Ну что, там нам писали, как то мы из деревни дураков. Да. Начинаем разбирать со стен. Слушайте, когда нормальная крыша, есть залезть в нее возможность. Мы нормальные люди. И понимаем, что надо с крыши начинать, а не со стен. Саня, он уже все распилил? Ну да. Теперь только тянуть? Ну да. Предбанник этот сейчас отстегнем. Давай, слазь, пошли. А чего лестницу не пришли, не взяли? Типа, зачем она нужна? Саша сказал, с лестницей любой дурак. А вот так попробуйте залезть. А как ты слазишь? По дереву? Залез, так и слезу. А по дереву лазил? Ну. Тут еще крышу накрыть, и все огонь было бы. Можно было бы пользоваться. Смертельный номер. Хорошо, что не спилили. Обвернули. Саня, подожди. Может, давайте зацепим за этот угол и все завернем? Что-то там все держится еще крепко. Да. Тут надо эту, наверное, фанерку отсюда отодрать. Как в цирке. Скодяги. Я вот тебя освободился, давай. Как-то так, да? Да. Там вот трактор едет, я слышу, надо попросить его. Аккуратно, Лёня, ходи, там вот столько гвоздей. На гвозди здесь не жалели, не скупились. Ну, давай я тебя поснимаю, если нет, я помогу. Не, он даже... А чего? А мне кажется, вот эти доски держат. Сейчас. Вот такая. Потихоньку все трупухлюё разбирается. Место снятия обмундирования.
Я люблю ходить осматривать владения хутора. Хутор большой. Все сразу не углядишь. И значит, я иду здесь. По делам. Заодно смотрю свои владения. Вижу. В этом году мы садили сосны. Кто-то пошкрябал сосну. Кто бы это мог быть? Вот. Вот так вот. Вот здесь вытянул полностью, нету. Потом вот здесь полностью тоже вытянул и пошкрябал. Ну, до сюда не добрался. Вот. Как вы думаете, друзья, что же это за животное такое могло это сделать? Ну, я думаю, что это, наверное, лось. Лосяра. 100%. Он сюда. У них дорожка такая проторенная, ходит на водопой к моему пруду. Эх, нехорошие. Ну, ничего не поделаешь. Придется заново купить и посадить. А иду я вам показать, друзья, что красивое место, правда, здесь вот. Ну, не знаю, камера, наверное, не передает, но вообще здесь красиво. Вот там моя пасека. Здесь место силы. В прошлом году я вам показывал дерево, которое рухнуло. И откуда открываются отличнейшие виды на мой хутор. Тут вот хождено, перехождено. Ну, это, наверное, ходит все-таки зверь. А я вам хочу сказать, что за год-то оно очень стрепухнело, дерево это. Чуть-чуть еще и провалишься. Вот, хутор там мой. Я вам другое хотел показать. Я хоть и неопытный, там и пчеловод, но есть у меня чуйка. Чуйка, интуиция моя. Работает отлично. И если не задумываясь, а вот, так скажем, сразу вот подумал, и где сразу подсказала чуйка, там место будет отличное. И я вам покажу сейчас. Выбрал я, значит, вот такое место для ловушки для пчел. Ну и ходил, смотрел. Ну, поставил ее, естественно. Я, значит, ходил, смотрел, все, не было и не было пчел. И вообще даже разведки не было. Ну, думаю, надо ее вообще снять. Она вообще кривовато так стоит даже. Думаю, надо ее снять и переставить. Прихожу сегодня, вот я на днях должен поехать, думал ее снять с собой, увезти в другое место. А здесь вот пчелы, пожалуйста. Здесь 100% есть рой, это никакая не разведка, здесь есть 100% пчелы. Так что надо будет снимать и пересаживать. Ну, я вам не могу сказать, чьи это пчелы. Дикие пчелы, ну, скажем, там, чьи-то на пасеке или там в дупле, например, они жили и отроились. Но у меня пчел, я смотрел в ульях, не уменьшилось. Достаточно активно летают, значит, рой большой. И надо не тянуть, надо снимать, потому что если они зальют рамки, эта ловушечка тяжело будет доставать. Так что сегодня не получится, завтра. Завтра придется снимать или послезавтра. Ловушку вернул на место. Смотрю, пчелы уже вон, новая разведка. Работает, чистит. Чистит улей, там подготавливают себе рамочки. Значит, скоро еще кто-то придет. Пчелы на вид светлые какие-то. Эту ловушку все-таки тоже надо проверить, потому что не сильно большой лед, может быть совсем маленький райок зашел какой-нибудь. Ну, движение постоянное здесь есть. И вечером, и днем.
О, хорошая трепуха. Надо за этот угол потянуть. Так, Лёня теперь не ждет, не терпится. Лёня решил завалить всю кукушку эту. Но Саша говорит, надо там ветки спиливать. Ну что, снесли мы крышу. Мы ее решили перекинуть через весь дом. И вот здесь сохранить. Потом где-нибудь сделаем крышу для чего-нибудь, чтобы не разбирать ее. Парни, расскажите, что там самое больше чего? Гвозди и проволоки, да? Гвозди. Самый лучший крепкий крепеж это гвозди плюс проволока. Разобрать вообще просто нереально. Ну что, грибы пошли на деревьях. Эх, уже проворонил. Ох, видите какой. Все. Ах, жаль. О, какой гриб. Пчелы это, конечно, хорошо, но надо не забывать, что мне канализацию надо заделывать. Нужен перфоратор. А, буду перфоратором долбить. Пока сейчас все тут почищу. Перфоратора пока нету. Как только привезу перфоратор, сразу вставлю. Здесь буду сложить утеплитель. Десяточку такую сделаю, П-образную конструкцию. Так, по правильности у такого септика, как у меня с двумя колодцами переливными, значит, должно быть устроено следующим образом. Переливная система. Ниже 10 сантиметров точки входа. Первый переток. И второй будет глубже. Но я так не буду делать. Я буду делать всего лишь один перелив. И будет он у меня на 20 сантиметров ниже, чем вход. То есть вот здесь образно будет у нас труба. Выходить и заходить. Но вот надо будет перфоратором долбить. Потом вставлять вот это все. Как бы недолго, ну и не быстро. И все, и потом можно будет закапывать. Это я займусь, когда у меня будет перфоратор, вот. Так что вот так. Вот дом, вот канализация, все отлично. Цивилизация. Кто-то вообще говорит, зачем я такое делаю? Там можно было бы сделать из кирпича самостоятельно, из тракторных покрышек. Ну, хорошо, что сюда я и не очистную станцию, вот эту, которую автоматическую, не пригнал. Но этого септика нам достаточно будет надолго. Запаха здесь не будет, это все такие враки, что там будут запахи какие-то, ничего не будет. Все будет нормально. Так уже ни один человек, ни один я делаю. Все будет good. Жарко сегодня работать. Очень палит солнце. Я в тенечке сижу, но все равно. Но очень красивое небо голубое. Крыша, дом вообще. Елка такая шикарная. Шишки там у нее. Ой. Быстро так отросли вот эти росточки. Они были. Они сейчас чуть-чуть отличаются цветом. Такие более зеленые. Основная ветка. А эти такие более синевой. Но шишек вон наверху наросло. И прилетает все время дикий голубь. Вот на эту, которая к дому ближе садится все время. Ладно, буду с другой стороны копать.
Так, вода в колодцах есть. Где-то в среднем по одному кольцу. В том больше, в этом меньше. Но были вопросы, что у нас колодец стоит выше. Как он выше? Колодец находится там, он выше. Он глубже, конечно, но они не сообщаются. Колодец, там родник бьет. Глубокий колодец. А тут 3 метра у нас глубина. Да, он сообщается, может быть, с тем колодцем, который стоит. Я уж не знаю, вы тот, может, имели в виду. Но тут колодец технический, мы там воду не собирались брать. Там для полива чисто он стоит. Может, когда-нибудь, так скажем, пригодится. Надо примерить. Сейчас другой надо. Так, меняю пистолеты. Я надеюсь, вам это было видно. В прямом эфире. Монтажная пена вышла. Кто скажет, что на пену ничего не будет держаться, вы попробуйте что-нибудь, припеньте. Это полиуретановая клей-пена. Попробуйте, друзья, просто попробуйте. И попробуйте что-нибудь отодрать, вот когда вы приклеите. Вы просто замучаете, сломаете деталь. Значит, чем мы сейчас занимаемся? Достаем деревяшку из колодца. Лёня ведь у нас мастер по петлям. Всё. Ушла. Это, к слову, говорит к тем, кто писал, зачем замок на колодец. Чтоб всякие вот такие... Да, которые вбрасывают деревяшки в колодец, не лазили здесь. Воды мне жалко. Мне воды не жалко. Вон лужи сколько вокруг. В конце концов, сажалка есть. Может, балансиром? Посередке? А что она застревает? Намокает, да? Сильнее дергать.
сначала отбить от берега. От берега? Да. Казалось мне больше. Ну, там мне казалось реально такая, да? А там не могу, она не могла. Ну мы бы увидели. Там вон какая-то маленькая плавает, но это уже ерунда. А? Половина деревяшки? Да ну, Лёнь. Она полностью, нигде не отломана ничего. Все, Леня достал. Вот кто мастер петель. Покажу вот этого пса, который просто не может справиться со своими эмоциями. Это вот он так вот и стоит. Мы уже 20 минут качаем. Он минут 20 уже и тусуется все время возле шланга. У нас вовсю цветет шиповник. Красота. Малина цветет, пчелы работают на малине сейчас. И также зацветает, мы называем жасмин, чубушник. Вот. Мне больше нравится жасмин. И мы работаем, и только такие звуки. Это летают раи. Но это точно не мои, потому что у меня на пасеке спокойно. Когда выходит рой, а я недавно ходил, там такие полеты, такое жужжание. Вот мимо где-то пролетают раи. Куда они летят, мы не можем все никак, так скажем, споймать взглядом, чтобы понять, куда ставить ловушки потом. Куда-то в туда, в сторону леса летит рой. И я уже слышу не первый раз. Ребята вчера слышали, и я вчера слышал. Ну, у нас на пасеке все спокойно. Работают пчелы. Никакой движухи такой роевой нету. Ну, еще бы им, я так старательно осматриваю. Просто что еще рассказываю вам неуверенно. Потому что не стопроцентный левел у меня пчеловод, а только начинающий. Поэтому я вам и говорю, что везде летают. И куда они летят? Ну, по идее, вот там у меня высокие деревья, вот в том направлении должны. Но идет так высоко, что его только слышно, но не видно. Оказывается, здесь раньше колхоз занимался пчелами, пасеки были. Ну и возможно тут в этой местности, где я живу. И поэтому тут, ну, семей много, когда там все заканчивалось. Семей много осталось. Наверное, я думаю. Чтобы посмотреть, где-то привился, тоже непонятно где, не видно. Чтоб, ну, куда сел, я имею в виду, рой на дерево. Мы бы услышали, но ничего такого близко и нет. Я говорю, летят туда, вот в сторону леса. Техники много, работает генератор. Проливаем колодец. Но самый, конечно, большой потребитель — это газонокосилка. Кашу много. Доволен моделью. Мощный двигатель. Здорово. Все, сейчас поеду. Там ребята освободили место, буду косить. Там надо выкосить все. Собственно, виновник торжества.
Мы тут освободили территорию, вывезли все, я косить взялся. Ударило сильно, помялся нож полностью, даже разбило вот эту деку, ударило. Ничего страшного, все это продается, вот это стоит 17 рублей, нож стоит 20, вот это 7 стоит рублей. Ну, как бы неприятно, но ничего не поделаешь. Сейчас поменяю. Вот эта вот деталь спасает от слома вала. То есть вот они, эти ушки, которые отламываются вот отсюда. Вот, то есть нож резко останавливается, и чтобы не случилась беда, то есть не сломался вал, отламываются вот эти усики. Ну и все, и мотор глохнет. Все, ставлю, дальше собираю. Эту новую ставлю, вставлю новый нож и кашу дальше. Все, починил, поеду косить. Вот Леня держит и говорит, да где же он там кривой? Тут вообще его видно, как он кривой. Полностью закривил. Гонял бы и гонял. Да, у меня этот вообще надо на выброс. У меня есть такие, которые нормальные еще, пушные. Ну что, как было и как стало? Вернее, бани не стало. Вот эти два героя всю баню растащили. Я говорю, не трогайте, они говорят, нет. Ничего на хуторе такого гнилого не должно быть. Осталось... Ерунда. Даже, думаю, наверное, мы будем вручную это все стягивать. Хотя, когда приедет Амкадор туда, он и тут заодно подгребет. Ну, видите, нету этих гор. Досок, бревен. Все увезли. И там вот, которые лежали, там тоже увезли. Только тут вот справа есть куча, которую надо утилизировать. Здесь надо кирпич пособирать. И можно начинать разравнивать. Надо растянуть вот так вот по местности все это. И будет готово. Сегодня у нас солнечный, очень яркий день. Очень жаркий день. Парни там трудятся, грузят. Сейчас я вам расскажу про дрова. Вот так мы грузим бус. Но это уже последний рейс. Поэтому загрузили уже все. Тут спорили мы два или три. Влезло все в один. И возле дома... Вот эти кучи большие, которые были нарезаны, вот они уже все тоже закончились. Парни сегодня загрузили. Показываю вам объемы, которые ребята сегодня перетащили. Мы с Леней все решали вопрос, как лучше резать на месте и возить кучурками, или возить вот так. Ну, так как я заказчик, я победил в итоге. Но парни говорят, что, наверное, легче все-таки было там пилить и потом кучурками возить. Мы свезли их сюда. Суть того, что, ну, я хочу сказать, что дерево, да, дерево, ну, такая, скажем, дрова, это не очень суперские. Проще было бы заказать дров за эти деньги, ну, вышло бы, ну, чуточку меньше, но они бы намного были полезнее. В плане, лучше бы горели, потому что тут вот и труха есть. Это не основное. Основное — это гвозди, которые когда будем пилить. Это ж сколько, цепь, сколько цепи мы потупим вообще просто. Это ж невозможно все усмотреть. Так что, кто пишет, что там мы тут дров... Ну, вот этих дров хватит на сколько? Да не на сколько. Ну, если вот им топиться, да, их хватит на месяц. Конечно. Они не сгорят быстро. Труха, воздух, быстро, кстати, еще. Так что вот так вот. Когда лежишь и ничего, не делаешь, тогда видишь красивое все. Кажется, вот как, не, как солнце в небе блестит. А когда работаешь и шачешь, тогда ничего не видно. Так что давайте делать выводы. Надо просто лежать. Смотреть как, на то, как кто-то работает. Да, да. Это самый лучший, кстати, способ.
Кто еще не поставил, поставьте лайк. Не забудьте подписаться, если вы вдруг не подписаны. Желаю вам здоровья. До скорой встречи в следующей серии. Ну, пока.